Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня очередное видео на тему игры в моментальную лотерею. Играем в лотерею Лимон. Эта лотерея уже доказала свое преимущество перед лотереей Три Лимона, либо Лимоны. Но я считаю, что все-таки эта лотерея чем интереснее. Во-первых, друзья, здесь частенько выигрыши идут. Как минимум 30 рублей однозначно. Сетка призов больше, хотя 60% от выручки проведения лотереи все равно идет именно на призовой фонд. В лотерее 3 лимона призов меньше. И сетка призов также меньше. Купил 10 билетиков, друзья. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, вы поддержите подпиской на канал и лайком это видео. Друзья, большая просьба, смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением фен-сервиса. Это очень помогает каналу. Правила лотереи просты. Стираем защитный слой поля вот этого лимончика. Стирать здесь, и тут будет либо выигрыш крупный, либо без выигрыша. Смотрим. Выигрыша нет. Как вы видите, первый билет у нас без выигрыша. Играем дальше. Также выигрыша нет. Второй билет. Что-то я перехвалил эту лотерею. Я смотрю так. Третий билет подряд. Выигрыша нет. Так, смотрим дальше. Тридцаточка. Отлично. Вытираем сразу же вот этот весь защитный слой, дабы продавец лотереи потом быстренько отсканировал этот билетик и вам выдал выигрыш. Билет сам себя купил, тридцаточка уже есть. Так, смотрим дальше. 0 рублей, без выигрыша билет. Далее. 0 рублей, без выигрыша билет. Ну, много все-таки без выигрыша, друзья. Видите, как-то сегодня так, конечно, не везет. 0 рублей, без выигрыша билет. Вот она наша соточка. Вот она наша соточка. 130 рублей. И вот видите, да, сотки. Сотки здесь идут. Видите, как ни крути, а по 100 рублей. Это уже не первый раз, друзья. 130 вернули уже. Билет выигрышный. Дальше 0 рублей. И я думаю, что последний билет будет с каким-то призом, 30 рублей, скорее всего. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете, будет здесь приз или нет какой-то. Я думаю, будет. Тридцатка. Да. Интуиция меня на этот раз не подвела. 300 рублей потратил, 160 рублей вернул, 140 остался в минусе, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих выигрышей, этой лотереи, собственно. Лично мне лотерея Лимон давала больше выиграть, нежели лотерея 3 лимоны. И посмотрим, есть ли среди зрителей канала Технобар Плюс люди, которые выигрывали крупные суммы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Друзья, предварительно подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео. Я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Желаю всем удачи, всех обнял.